Вот, ребята, мороз. Как робот. Терминатор. Ну вот и первые следы лесных обитателей. Не знаю, кто прошел. Походу, либо лиса, либо соболь. Здравствуйте, дорогие подписчики, зрители моего канала. В общем, друзья, выбрался в лес для обустройки зимнего лагеря. Маленько запоздал я с этим делом, потому что у нас были бураны, метели. Всю неделю навалило достаточно много снега. Вот. Сейчас будем с вами обустраивать лагерь и готовить вкусняшку. Так что, друзья, смотрите. Выбрал себе место такое вот среди елок. Сейчас. Взял лопату, кое-как нашел. Сейчас раскопаем снег. У нас, друзья, сегодня стоит мороз, градусов 25 где-то. На утро обещаю до минус 32. Не знаю, друзья, холодно. С балаганом не получилось нынче построить. Опоздал. Thank you.
замерзают руки сильно. Снег не даст уже падать оттуда сверху, потому что там елки стоят, ветки будут сдерживать. Я сейчас наставлю палок, застелю стенку ветками, здесь выкопаю снег, положу нары, ну а здесь надья будет гореть. Ну вот, друзья, так что вот такой я буду делать сегодня лагерь. Руки мёрзнут уже. Все сучки, друзья, убирать не стал, потому что на их я буду ложить ветки обрубленные вот с этих же елок. Сейчас еще две и буду застилать. Здесь раскопаю сейчас. Ну, вот так у меня уже получается. А сейчас просто начинаем закрывать этими же ветками. Специально не обрубал сучки.
руки, чтобы она не скатывались ветки. Держали. И не будет попадать, даже если снега навалит, ее не продавит. Потому что зима вся впереди. Еще одну свалить, чтоб уже конкретно было. С внутренней стороны, друзья, обрубаем ветки, чтобы они при ночевке, ну, чтобы не мешали. Пучки, веточки. Убираем все. Ну, прям накидываем. Сейчас вот сюда еще одну сделаю. Перекладину. Вот. И ветками наложим. Ну вот уже вот такой шалаш, навес или что это получилось у нас. Укрытие от снега. Вот. Вот так вот. Сейчас осталось, говорю, тут раскопать. И два бревна, ну типа под вид нары, вот здесь вот будет у меня здесь сделано. А так нормально. Сейчас там еще подсыпем снежком, чтобы не задувало. И все. Сверху тоже дуть не будет, здесь мощные пышные елки стоят. Так что, друзья, сейчас пьем чай, а то что-то я уже замерз. И работаем дальше. Что-то я, друзья, подмерзать стал. Сейчас разведу костер. Приготовлю поесть. Ё-моё, зажигалка подводит, походу. Нет, схватилось. Это что-то холодно стало. Не лето на улице. Да и уже покушать надо. Сделать. Сготовить, поесть. Да дальше делать. Лагерь. Мороз прям ощущается сильный, друзья. Но у костра тепло. Замерзнуть не даст.
сидят. Начистим картошки. Я вам покажу, как приготовить вкусняшку. А то что-то на улице похолодало прям сильно. Ну, обещали под 30 минуса мороза. Руки, он, видите, замерзли. Сейчас поедим, разогреемся. Даже костер не спасает, ребята. Сегодня у нас шашлычок будет в картошке. В фольге. Сейчас покажу, как делать. Значит, вот взяли палочку. Я взял стиромухи. Сейчас. Насаживаем нашу картошку. Садили одну. Теперь делаем такие надрезы. До конца. Вот. Надрез сделали. Сейчас что берем? Берем сало. У меня есть сало домашнее. Что, друзья, насаживаем сало еще сверху. Ах, блин, толстая палочка. Берем картошку. Вот, насадили картошку, потом сало, опять картошку. И опять сало. И вот так чередуем. Все мороженое плохо одевается, ломается. Сейчас такой мороз, согреемся.
при помощи сава. Видите, друзья, что у нас должно получиться. О, на улице холодно. Ужас. Ну вот так вот это все выглядит. Картошка, сало, сало, картошка. Да что ты? Блин, сало мороженое. Во, одели. Что дальше делаем? Много почистил. Фу, думал, тут кто-то идет. Значит, друзья, берем кусок фольги. Сало даст сок, картошка пропечется на углях. Вот так должно у нас выйти. Не успею я, наверное, друзья, доделать сегодня ладью. Буду делать завтра уже. Так что, скорее всего, будет две серии. Два дня уйдет. Обустройство этого зимнего лагеря. Потихоньку жарится шашлычок, переворачиваем. О, сальцо вытекает, наверное, жиры. Сейчас это все, картошка пропитается, будет вкусно. Ощущение еще сильнее, друзья, мороз.
Тюреет уже. Время без 25. Уже начинает, значит, сильно холодать. У меня с собой есть фонарь. На всякий случай взял. Делаем лагерь, скорее всего, завтра. Сегодня уже явно не успеет. Сейчас уже через полчаса. Подмерзаю, друзья, ноги. Подмерзать стали. Что-то не знаю, видать, вплотную все одел. Сапоги теплые, на улице, конечно, не минус же 60. Может, что, не знаю, может, что конденсат скопился. Влага. Что-то заметно пальцы так подмораживает. Вот это да. Аж пальцы прилипают к термосу. Какой мороз стоит. Наливаем горячего чая. Сейчас будем пробовать, что у нас тут получилось. Смотреть, что за вкуснятинку мы с вами приготовили. Картошечка пропиталась сальцом. Фольга рвется, зараза. Вот такую вкуснятинку мы с вами запекли. Золотистая такая. Подгорела маленькая. Сейчас пробуем. Ух ты, аж хлеб замерз. Запах саваж стоит. Пропеченная такая. Непередаваемый вкус, друзья. Ну и вот уже наступили сумерки. Ничего не сильно так стемнело. Время 5 часов вечера.
завтра уже будем делать лежанку, осталось. И маленько все утеплить, как сказать, снегом подзасыпать, построить боков, сделать столик здесь. И можно будет с ночевкой сходить. Ночью будет серьезный мороз. Небо скоростно аж. Зарево уже. Закат. Вот, ребята, мороз. Аж рукавицы, перчатки колом встали. Не могу одеть. Вот это да. Как робот, терминатор. Ну вот, друзья, ладно. Всем пока. До скорых встреч. С вами был канал Сибирский Бродяга. Кто не подписан, кстати, друзья, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии.